Сейчас хотелось бы показать вам наглядно, как при помощи иголки выпаять любую микросхему, либо же на примере обычных релюшек 5-контактных я вам это все продемонстрирую. Ну, для начала нужно подготовить иголку. Иголка подойдет медицинская, которая будет свободно проходить в отверстие вашей платье и в которую свободно будет входить ножка. Вот. Далее она обтачивается, то есть острая часть должна быть сточена. В таком случае, ну, более будет работоспособна она. Хотя, в принципе, можно и с острой частью. Единственное, что тогда вы не сможете полностью надеть иголку, пройдя отверстие в вашей схеме. В общем, для наглядности примера я вам показываю, как это делаю я, уже на обточенной иголке. Вот из поврежденной, выгоревшей платы свободно выпаивается, без всяких нарицаний, без всяких трудных, недопустимых моментов. Конечно, большую часть в этой роли играет флюс, который очень быстро разогревает припой. Ну, в принципе, можно обойтись без него, обычной канифолью. Ну, я обычно использую флюс-пасту для того, чтобы что-то выпаять. Это как бы проще. Вот. От нее меньше дыма. И, как вы видите, все это прекрасно выпаивается. Можно использовать какие-нибудь пинцеты. Можно использовать всевозможные лопатки. Можно использовать зуботычку даже вместо иголки. Ну, в принципе, иголка — это самый оптимальный вариант. Вот так продавливая, можно совершенно спокойно ее вытащить даже обычными голыми руками. Подсаживаем лопаткой, видим, какая ножка у нас не отпаялась до конца. Ну, в данном случае отпаяно было все. Вот, ну и продолжаем. В принципе, с этим минимальным набором выпаивать дальше. Все релюшки здесь рабочие, мы их потом дополнительно проверим.